Всем-всем большой привет! Чуть ли не в последний день я сделала заказ по 13-му каталогу Faberlic. Заказ был из-за шампуня, который у мамы закончился, и нужно было срочно купить такой же. Но так как я пропустила 12-й каталог, то у меня 13-го не было на руках, и пришлось заказывать в интернете. Я не очень люблю онлайн-каталоги. Для меня вот надо листать страницы и выбирать, потому что, наверное, так каждая девочка или мальчик, кто заказывает, делают, что возвращаешься на страницы, а когда онлайн листаешь, очень сложно вот обратно это листать, запоминать эти страницы, выбирать, ну, как-то вот, не знаю. Долго я листала туда-сюда, но кое-что заказала и себе. Ну, давайте, начну я с этого шампуня, который мама у меня любит и без него не может жить. Взяла она в двух вариантах. Именно в 13-м каталоге была хорошая цена, кажется, по 85 рублей за один. Этот шампунь для жирных и склонных к жирности волос. У мамы жирные волосы, и вынуждена она их мыть каждый день. Но благодаря вот этому шампуню она иногда моет через день. То есть вот выручает как бы этот шампунь, не промывает хорошо. Но так как мне больше самой-то ничего не надо было, то я решила все-таки взять новинки, потому что они очень привлекательные. Взяла я в серии Витамании так, манго и папайя, да, это жидкое мыло витаминное и гель для душа витаминный. Очень красивый дизайн. Вы знаете, у меня вот что первые два средства, которые были в прошлых каталогах новинкой, понравились, потому что такой конфетный детский какой-то аромат, многие говорят химозный, ну, вы знаете, такая, пусть даже это химозная нотка, но она очень приятная и действительно карамельная, для меня, по крайней мере, была. Я не знаю, как они раскрываются, потому что у меня брала подруга первые две, эти взяла я себе. Также вот манго и папайю я чувствую, но карамельные, опять же, вот, поэтому такой приятные. Ну, не знаю, мне очень приятно их было и в руках держать, и с удовольствием буду пользоваться. Даже при моих запасах мне очень захотелось, чтобы у меня эта серия была. И вторая пара, не менее красивый дизайн. Ну, просто вот, вы знаете, ощущение, что вот даже само вот это мыло, оно и есть карамелька. По 200 мл в каждом средстве, и в мыле, и в геле для душа. Это уже тоже витаминно идет, смородина и ежевика. Аромат у него, многие сказали, что вот в бьюти-кафе была спелая смородина, аромат похож. Действительно, аромат смородины взят оттуда, но немножко разбавлен, вот, наверное, ежевикой. Но мне по аромату кажется смородина с виноградом. Ну, ежевика с виноградом, наверное, чем-то схожи. Потому что так вот, чтобы аромат ежевики описать, я не опишу. Она не сильно выраженный обычно он, этот аромат. Ну, в общем, вот такие два средства тоже взяла и буду с огромным удовольствием пользоваться. Мне кажется, это украшение любой ванной комнаты будет. Ну и долго я выбирала, что же мне взять еще такого бы, чтобы у меня минимальный заказ соответствовал. И увидела я совсем недавно в обзоре у Алены Гоуди, так ее ник, Алена Гоуди. Привет, Аленка, если смотришь. Я у нее увидела вот эту Ароманию от Faberlic, новинку. Если честно, я видела в Faberlic эту серию, но я не подумала, что это аромат сирени. Мне показалось, вот как было в оранжерее, в серии гель для душа, забыла, какой он там, все сравнивали аромат с сиренью. Вот. И я подумала, что это как раз тот цветок. Но какое мое было удивление и радость, что это аромат сирени. И в каталоге шло, если берете два аромата, то можно было взять за 220, кажется, рублей каждый. Плюс-минус скидка представителя. И получался этот аромат где-то 180, что ли, рублей. И я взяла сразу два аромата. Выглядит он вот так. Прямо тоже как конфеточка. Такая милая, милые упаковочки. Вес 30 мл в этом аромате.
действительно аромат сирени, но вы знаете, он такой немножко, ну, я бы сказала, слишком сочный, что ли. Я хотела как домашний аромат, но для домашнего он насыщенный. На улицу весной будет хорош, а для дома мне немножко рисковатым он показался. Ну, неплохой. Наверное, я все-таки аромат ландыша люблю больше, поэтому вот ландыш я прямо с огромным удовольствием. А вот сирень немножко не так раскрылся, как я хотела. Вот в Ифраше там сирень так сирень. Там прям вау, какая сирень. Вот. Но в любом случае я буду пользоваться. Он мне нравится. Он меня не разочаровал, просто я ожидала чуть-чуть другой сирени. Более нежный, более такой вот настоящий. А тут вот с примесью... с примесью как будто еще каких-то цветов, даже, мне кажется, как будто с примесью жасмина. Но это мне так показалось. Вот. Но в любом случае на улицу я им буду пользоваться. Дома, наверное, нет. Не домашний аромат оказался. Вот. И еще я в каталоге увидела акцию на полюбившиеся мне, причем не порошки полюбившиеся, а вот эти сашетки. Порошки-то я люблю, они неплохие, но мне так нравятся вот эти вот мини-версии на одноразовую стирку. По-моему, по 19 рублей каждый пакетик, и он для одной стирки. Я взяла два на пробу для цветного белья, у меня их не было еще ни разу. А этот уже мой любимчик, который, ну, для любого белья и для белого тоже. Вот. Концентрированный это стиральный порошок. Он не сильно пенится, но это не влияет на качество отстирывания. Стирает он отлично. Вот. Прислали мне вот такое саше от Renovage. Это 50+, ночной крем. Ну, попробую. Ну и также приехал каталог Faberlic номер 14. Наконец-то у меня будет печатный каталог на руках, чему я очень-очень рада, потому что листать печатные каталоги очень приятно на самом деле. В нем меня впечатлило, порадовало и понравилась палетка, которую, как девочки говорят, возвращают. Я очень хотела эту палетку прошлый раз, когда она была, купить, но она так резко закончилась, что пока я ждала скидки, мне она не досталась. В этот раз, я думаю, я ее все-таки куплю. Это хайлайтер, румяна и бронзер. Здесь хорошая цена. У меня, конечно, много таких палеток, но уж больно ее хвалят и говорят, тут как бы идеальные такие оттенки, которые мне бы тоже хотелось иметь в своей коллекции. Вот. Скорее всего, я, наверное, ее тоже закажу. Вот такой вот был у меня заказ в компании Faberlic. Небольшой, но для меня интересный. Буду всем с удовольствием пользоваться. Огромное спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока.